случаю недавних событий в футболе на чемпионате мира 2018 года в России. У меня родились даже спонтанные стихотворения в честь победы нашей сборной российской. Хотелось бы на беседку забраться, там почитать, но что-то не, неохота. Здесь лучше, здесь этого видно. Я на ней читал, это моя любимая беседка для поэтов, так я назвал. Так вот, спонтанное стихотворение. Недавно мы с испанцами в футбол сыграли. И на удивление, даже им не проиграли. Россия вновь поверила в свою силу.